Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Внешний человек показывает практичность как ширмы для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. С этими людьми зачастую бывают связаны несчастные случаи, как правило, пожары или взрывы. Поэтому только редкие представители этого числа проходят по жизни без визитов в травматологический пункт. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Обладатели этого имени стремятся к достижению высокого общественного положения и выполнению такой деятельности, которая позволила бы им работать на благо окружающих. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Согласное «Ше» в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Они находят красоту в любых ее проявлениях. Реализоваться такие личности могут в сфере искусства, медицины, религии, философии и метафизики. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.